Я ростка не очень люблю в этом плане. Но перед тем, как мы пойдем куда-либо дальше, я хочу получить одну очень хорошую штуку. О! Итак, что мы здесь видим, дорогие друзья? Попав вот в эту пещеру, мы можем наблюдать 100 уровней. Как вы видите, B1E, E100. А E100 означает, что... Ну, короче говоря, это, как я понимаю, basement level 1. Да, то есть, и, соответственно, вот это 100 уровней. Получается, что мы на первом уровне подвала вот этого. Как вы думаете, удастся ли мне пройти все 100 уровней или не удастся? Я лично не знаю, я надеюсь, что удастся, потому что если нет, то это будет все очень печально, плохо и так далее. Ладно, поехали. В любом случае, я собираюсь пройти их все 100. Буду ли я их проматывать на ускоренной перемотке или не буду, я не знаю, но в любом случае я надеюсь, что у меня все получится. Для начала, что мы с вами сделать можем, это немножко упростить себе жизнь. Единственный способ упростить себе жизнь в этой игре... Это сделать вот так. Замечательно. Теперь мы берем с вами обратно. И пробуем как-то выживать. А здесь у мобов не так уж много хп. Тихо. Шикарно. Будем с вами выживать, я надеюсь. И надеюсь, опять-таки, не потратить особо много здоровья. Потому что здоровье здесь выдается на 10 уровней. На 10 уровней всего уровней 100. То есть каждые 10 уровней нам будет ребутать наше здоровье. Но проблема заключается... Да стойте вы. Проблема заключается в том, что, во-первых, нас все-таки поджигает наш чувак. Поджигается довольно больно, я смотрю. А во-вторых, нам все-таки нужно как-то уклоняться. Ай-яй-яй-яй. Постараюсь подобрать максимально хорошую тактику для каждого из противников. Насколько это у меня, конечно, получится. Надеюсь, что получится. Каждые 10 уровней я стараюсь сохраняться. Самые опасные твари — это вот эти, на самом деле. Каждый 10 уровень нас ждет, ну, такое подобие мини-босса, скажем так. Также каждые 10 уровней нам будет восстанавливать здоровье. Ладно, сохраняемся и поехали дальше. Так, здесь мы берем с вами вот эту фигню. Там нашего огненного чувака, мы сами можем тоже поджигать этих гадов, что довольно неплохо дамажит их. Так. Главное не провафлять. Оп. Вот так вот как-нибудь. Замечательно. Хорошо. И вот на следующем уровне, я думаю, мы восстановим нашему другу. Да хорош. Так, отключаем его. И ждем.
Так, оно восстановилось. Теперь мы с вами давайте... Нет, не те. Нам нужно вот эти. 18 раз мы сможем вызвать нашего дружка. Надеюсь, что это будет все хорошо. Ладно. Ай, блин, я не заметил, что он здесь тоже. Не хочу особо сильно расходовать ману, поэтому не управляю им в плане того, чтобы он куда-то летел. Вот еще один босс. Так, через этого босса мы пролетаем, я помню. Ой. Вот зря я, кстати, в него уткнулся. Ай-яй, лоханулся. Нет-нет-нет-нет-нет, прыгай в бок. А, фак. Это очень плохо. Значит, что мне придется два раза проходить этот уровень. Фак. Хреново, мне толком почти не восстановили здоровье. Что поделаешь теперь? Ладно, идем дальше. Так. Хорошо, почти не потратил. Напоминаю, что здесь идут абсолютно рандомные уровни. Может выскочить что угодно. Еще думаю, на один уровень нам его хватит. Так. Хорошо. Даже на два. Ну, тем более здесь зомбики. Понятно. Чему я даже не удивлен. На следующем уровне нам его надо обязательно сбросить. Друже, будешь мне помогать-то? Можешь меня поджигать, чувак. Главное не оставаться на центре, ребят. Вы остаетесь на центре, вы проигрываете. По сути. Потому что вам надо будет перепроходить минимум один уровень, что не есть круто. С помощью вот этой фигни снизу мы можем выбраться наверх. Опять не то взял. Так. Блин, расколол ее на два. Ну да ладно. 31 уровень, дорогие друзья. Будем с вами надеяться, что мне удастся. Как-то убить все это дело, почти не покоцавшись. Все будет просто... Ай-яй-яй-яй. Так, ну, давайте против зомбаков использовать наше любимое оружие, чтобы они не выпендривались особо.
Хорошо. Так. Шикарно. Не очень шикарно, но ладно, что поделаешь. Мушек стало в разы больше. Эти мрази, кстати, жрут наше здоровье. Да неужели? Так, с этим справились, отлично. Ау! Больно. Больно, больно, больно и не круто. Шикарно. Расправились с этим говном. Так, осталось две, но они меня очень жестко коцали. Так, на следующий 11 уровней нам нужно постараться сделать так, чтобы нас не коцали. Что будет довольно сложно на самом деле. Ладно, надо тратить эфрита, кстати говоря, и надо тратить будет еду. Нам точно нужна хотя бы одна штука, вот эта вот. Хотя бы одна. Давайте я сохранюсь. Сейф. Я сохранился. Будем надеяться, что мне удастся пройти все без каких-либо особых сложностей. Так, давайте нашего друга опять подождем. Шикарно. Так, кинуть и блямс. Шикарно. И минус ты, я надеюсь. Отлично. Ай. Шикарно. Ясно. Ясно. Нормуль. Уф. Мои друзья, товарищи, зомби. Ауч. Ауч. Бамбалейло, е. О-о-о. Вы потише, ребятки, пожалуйста. Ау. Чуть только меня хреначит. Только мне вашего тут только не хватало. Только-только.
50-й левел. Так, росток, это как раз росток. Он нам тоже, думаю, пригодится. Сохраняемся на всякий случай. Я думаю, на пару уровней нам эфрит еще с вами хватит, ребята. Ой-ой-ой. Я совсем забыл, какие они жесткие. Совсем забыл, какие они жесткие, дорогие друзья. Тихо-тихо. Вы что, оборзели, что ли, ребят? Вы что? Как я прям остался-то на карпалях. Тихо! О, успел. Увернулся, так сказать. Так, оставляем нашего друга. И ждем. Замечательно, подождали. Упс. Эй, не то. Раз, два, три. Ну что, поехали, как говорится, с Богом, да? Ух! Уклонился, уклонист. Шикарно. Тихо-тихо-тихо. Ты хорош стрелять-то. А то расстрелялись что-то больно. Эй, зомбики. Давайте, кстати, сами убьем, потому что нам нужно сохранить эфрита как можно дольше. Поэтому почему бы не сохранить его сейчас, правильно? Перекидываемся на это. Что у нас здесь? Благо, эта хрень мне почти не наносит урона. Ладно, босс. Босс 60-й. Босс. Просто надо выжить, пока они не падают на меня. Выжил. Оно того стоило. Так, осталось расправиться вот с этим громилой. Шикарно. Что нас здесь ждет? Понятно. Благо, зомбики довольно медленные. Можно с ними разобраться по-тихому, по-аккуратненькому. Так. Дальше. Так, я пока с тобой разберусь. Теперь можно и с тобой разобраться. Замечательно. Так, еще на один уровень его, надеюсь, хватит.
Даже, возможно, еще на один. Бля, что-то здесь он мне особо не будет нужен. Прыгушки самые опасные. Так, убираем нашего друга. Я сказал, убираем. Ждем восстановления. Восстановились. Ну и, как говорится, с божьей помощью 66 уровень. Понятно, не то оружие. Так, да. А вот тут у меня возникнут некоторые проблемы. Ну или не возникнут, ладно. Фу, 70 уровень. Опасно, я вам скажу, друзья мои. Опасненько. Я своевременно взял-то. Прям вовремя. Если повезет, он мне будет выпадать так постоянно зомби, я буду радоваться. Ну, конечно же, нет. Конечно же, мне не будет зомби постоянно выпадать. Ох, как он хорошо их ваншотнул-то. Мне аж понравилось. Как-то так. Фух. Ой, я даже слот поменял по ходу дела. Тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю-тю. Ну что-то оборзели, ребята. Так. Ну пусть громила с ними разбирается, потому что мне элементарно хп не хватит с ними разбираться. Хорошо. Ждем опять. Ну и, как говорится, с божьей помощью дальше. На последние уровни. Что же у нас будет дальше там?
Ох, мать моя женщина. Половина здоровья — это не очень много, ребят. Ну ладно, не хватит, я надеюсь. Так. Главное, что я на самом деле вот с той фигней мелкой разобрался. Это, поверьте мне, хуже. Тихо. Так. Ладно, допустим. Допустим. Тихо. Мало здоровья осталось. Ну, вас, как говорится, нафиг, дорогие друзья. Будем вас издалека хреначить. Вы что-то приборзили больно. Так, это хороший был уровень. Босс. Так, ну. Фух! Жесть. Жестейшая жесть, которую я только встречал. Думаю, знаете, давайте. Так. Ну, как-то так. Восстанавливались хп, мне было бы вообще замечательно, конечно. Так, надеюсь, этого хватит. Thank you.
Так. Это единственный способ с ними справиться. Отключаем друга, ждем. И, как говорится, давайте с божьей помощью. Конечно. Но надеюсь, верно. Так. Осталось 4 уровня, друзья. Красавцы сожгли сами себя, это круто. Хорош. Ясно, понятно. Ну что же, как вы думаете, пройду я последний уровень или нет? И это все. Ё-моё. Так. Главное теперь не помереть на таких уж крополях. О, да! Вот этот меч! Вот это лучшая хрень, которую мы можем получить в игре. Вот, смотрите. Да, Омега, бесконечная. Огненный лук и Омега. Вот эти две вещи, это лучшие две вещи, которые мы можем вообще здесь получить. И, конечно, уже счастливыми, выйдя отсюда, мы можем с вами, дорогие друзья, во-первых, взять этот меч и больше никогда не брать ничего другого. Во-вторых, мы наконец-то можем полностью отхилиться. Можем, конечно, эликсиром, но лучше эликсир я использовать не буду. Я использую обычную вот эту фигню. И, наверное, беру нашего огненного друга. Теперь мы будем автоматически сжигать всех. Что зомби, что не зомби. Всех насрать вообще, короче. По-моему, это огненный меч, насколько я помню. Да, он, видите, он автоматически сжигает все на своем пути. Хо-хо-хо.